Господи, Твои святые руки возложи Ты сам на главы их, чтобы силу здесь Твою являли на служении в делах Твоих. Господи, смиренно церковь просит, дух премудрости на них излей, чтобы благочестие свершалось в церкви среди Божиих детей. Господи, сердца наполни страхом, осторожно в жизни поступать, людям, погибающим во мраке, жизнью об Иисусе рассказать. Дай им тех любить, кто их не любит, тех прощать, кто зла желает им. Только так лукавый змей отступит, и в духовной брани устоим. Откровением слова их наполни, чтобы изливалась благодать. И сегодня чудо посещения мы желаем, Боже, испытать. Пусть любви той первой не забудут, гнусной корости не знают пусть, духом лишь Твоим ведомы будут, зная, что на небо узок путь. Праздник завершится, в серых буднях будь Ты утешением для них, сам восполни их земные нужды. Именем Иисуса просим мы. Аминь.